С вами компания «Электромотор». Мы находимся в выставочном центре JET, где вы всегда можете приехать, посмотреть, выбрать необходимый вам станочек, посмотреть, как он выглядит ближе, дальше. Вот сейчас специально для по просьбе одного из наших клиентов такой быстрый обзор особенностей. Значит, станочек у нас фрезерный по металлу, моделька GMD-2S. То есть, как выглядит управление вблизи, человек хотел посмотреть, не может доехать, поэтому снимаем про особенности данной модели. Управление очень простое. Слева находится блок управления стандартный, реверс, частота, кнопка аварийной остановки. Это практически на всех фрезерах, которые идут в данной линейке. По центру идет специальный контроль, электронная линейка контроля глубины, для того, что и вы четко видите, на какую глубину опускается пиноль, грубо говоря, как глубоко вы сверлите и обрабатываете вашу заготовку. Кроме того, здесь справа можно установить стопор, который не позволяет углубляться дальше, чем вы задали по параметрам. Идет регулировка по трем осям. Везде у вас с минимальными допусками до микронов, как ширину, длину и высоту. Четкая очень градуировка до микрон. Кроме того, шкала нанесена на самом столе. Стол у нас размером 595 на 340. То есть в данном станке полностью реализованы функции больших фрезеров. Вы можете посмотреть на нашем стенде. То есть это, в принципе, та же самая модель. Опционно можно докупить, грубо говоря, электронные регулировки. Но базово данная модель позволяет работать практически со всеми заготовками, которые умещаются на данном рабочем столе. Очень много функций. Не хочу просто перечислять вам все технические характеристики, которые у меня выделены. Ширина хода, глубина хода. Все есть в инструкции. Все сделано массивно. Здесь у нас чугун. Ход очень плавный. Движение здесь везде просто на микроны. На микроны, грубо говоря, шкалы, регулировка. Все зажимается, все фиксируется во всех положениях. Модель тяжелая. Не прыгает, ну не знаю, килограмм, наверное, 100-200 по весу. В общем, фрезер, который на голову выше, чем базовые китайские модели, не будем называть бренды, JET. Ну, JET, грубо говоря, проверенный бренд, который поставляется во все страны постсоветские. Посмотрите, как выполнен патрон, как все вот. Все сделано добротно. К сожалению, я так глубоко вам не расскажу. Защитные стеклышки. Ход сзади вон. Не достану. Покажите. Стойка крепится к станине. На четырех болтах можно закрепить. Есть модельки, где стол чуть-чуть поменьше. Сейчас мы вам покажем. Есть модельки побольше. Максимально можно выбрать модель, тут она доходит до нескольких тысяч евро. Вот если вы сейчас подойдете за мной, то есть можно такую выбрать. До такого любые фрезера по металлу, все можно подъехать в Киев, посмотреть непосредственно под ваши задачи, под ваши, грубо говоря, характеристики. Если выбрать, посмотреть, что-то уточнить, позвонили в компанию «Электромотор», мы хотим подъехать, нам нужен фрезер, какие-то особенности, мне нужно посмотреть, какая здесь пимпочка, какая здесь, как регулировка здесь, можно ли докупить то-то, как крепится заготовки. Все это можно приехать, посмотреть, выбрать.
поторговаться по цене, согласовать, подобрать дополнительное оборудование. Единственный в Украине, это вот здесь вот в Киеве, у нас находится выставочный центр. Пришли, посмотрели, ассортимент постоянно меняется, поэтому добро пожаловать в Электромотор, приезжайте, смотрите, всегда всем рады. Хотел вам еще накидать какой-то технической документации по станку, потому что, ну, как бы, мало сказал, неудобно перед покупателями. Смотрите, в комплект идет паспорт вот на пяти страницах. На двух страницах идет только технический характеристик. Начиная от того, что входят Т-образные пазы, ход пиноли, ширина стола, регулировка, частотный регулировка, в каких диапазонах, все есть. То есть тот модель полностью многофункциональная. По выставлению частоты, как работать? Полностью конструкция станка. То есть просто станок не работает с металлической заготовкой, это говорит ни о чем. Станки есть. Если задача ваша чуть-чуть меньше, стол вам нужен чуть-чуть, можно взять такую модельку. Меньше, вот единички. Хорошо очень берут, вот GMD1 очень хорошо берут единички. Если вы, грубо говоря, у вас небольшие размеры заготовок, определенные функции вам нужны, не нужны, каждый станок меняется от того, нужен вам как вам нужно регулировать саму частоту вращения. Хотите вы, чтобы она была механическая, либо чтобы она была частотное регулирование. Огромный выбор, огромнейший, особенно по металлообработке, огромнейший выбор. Исходя из ваших задач, нужно, грубо говоря, приходить и выбирать оборудование. Еще раз повторюсь, всегда ждем, всегда рады. Компания «Электромотор». Приходите, смотрите, снимайте. Близко мы сейчас еще вам покажем технику. Зал огромный, людей сейчас нету. Одели масочку, приехали и выбрали все, что вам надо.